Сегодня мы приготовим пирог с грушевым вареньем в мультиварке Витек ВТ-4217. Нам потребуется 1 стакан варенья, 1 стакан кефира, 1 яйцо, 2 стакана муки, половина чайной ложки соды, 1/4 чайной ложки уксуса и маргарин для смазывания чаши. В глубокую миску поместить варенье, соду погасить уксусом и добавить варенье. Затем в миску добавить кефир, взбить яйцо и перемешать. Просеять муку и еще раз перемешать. Чашу мультиварки смазать маргарином, вылить в чашу тесто, установить чашу в мультиварку, закрыть крышку и включить режим выпечка на 45 минут. Когда режим окончится, пирог нужно перевернуть и выпекать с другой стороны еще 10 минут. Затем открыть крышку и дать пирогу остыть в мультиварке. Пирог с грушевым вареньем готов. Приятного аппетита! Витек. Здоровый взгляд на технику.